Эклектично. Мне нравится. Серьезно? Вы купили эту вещь? Вы купили эту вещь! Фото этой вещи надо поместить в словаре возле слова «великолепие». Это все, но только на сегодня. Она хочет заняться спортом. Коврик для йоги лежит в моей спальне, если вы забыли. Кен. Тэффи. Новый подарок. Тереза. Дейзи. Ух ты! Очень вкусно. У вас получилось! Вот вам новенький подарок! Мне это нравится! У вас получилось! Вот вам новенький подарок! Рене! Thank you.
чтобы получить новый подарок. Милый подарок. Это мой собственный супер-пупер маникюрный салон. Моя мама помогла мне его открыть. В нем вы сможете сделать любой маникюр, какой только захотите. Добавьте любого друга из дома мечты в это кресло, чтобы сделать маникюр. Меня, Кена, Рени, кого захотите. Попробуйте, не терпится увидеть, что у вас получится. Выбирайте, на какой руке будем делать маникюр. Левая. 5 ногтей, 5 холстов. Какую картину напишете вы? Выберите цвет лака. Проведите пальцем, чтобы использовать кисточку и покрасить ноготь. Очаровательно! Нажмите кнопку «Далее» справа, чтобы перейти к следующему шагу. Выберите цвет и узор для ногтя. Коснитесь узора на подносе, чтобы использовать его на ногте. Крутите колесо цветов, чтобы выбрать цвет. Используйте шкалу, чтобы уменьшить или увеличить узор. Отлично! Отличный выбор! Нажмите кнопку «Далее» справа, чтобы перейти к следующему шагу. Перетащите наклейку с персонажем на ноготь. Наклейте в любом месте. Коснитесь наклейки с персонажем на подносе, чтобы перенести ее на ноготь. Какая техника! Перетащите все нужные мини-наклейки на ноготь. Наклейте в любом месте. Коснитесь мини-наклейки на подносе, чтобы перенести ее на ноготь. Одним или двумя пальцами перемещайте и вращайте мини-наклейку на ногте. Давайте продолжим. Выберите другой ноготь, чтобы его украсить. Выберите цвет лака. Волшебно! Очаровательно! Ух ты, какой стиль! Какая техника! Мы